Еще один важный социальный объект на территории города Воронежа грозит стать долгостроем. Здание поликлиники на улице 20 лет Октября, которое должно быть сдано 15 ноября этого года. Но, как видим, строители отстают от графика, и мы сомневаемся, что сроки сдачи объекта не будут нарушены. На сегодняшний момент еще не закончено строительство самой коробки учреждения. До окончания работ еще предстоит внутренняя отделка, приведение помещения в соответствующее нормативное состояние, наполнение ее оборудованием. По нашим скромным расчетам, отставание от графика строительства составляет примерно 3 месяца. Стоимость проекта составляет более 434 миллионов рублей. Заказчиком является Департамент строительной политики. Мы внимательно изучили документацию, размещенную в открытых источниках, и нигде не нашли дополнительного соглашения о продлении сроков строительных работ. Мы не нашли в открытых источниках, какие же работы уже оплачены и сколько подрядчик получил за работу. Этот важный объект, который реализуется в рамках нацпроекта «Здоровье», будет под контролем Народного фронта, а также обращаемся ко всем контрольным и надзорным органам взять этот объект под свои наблюдения.